Всем огромный привет! Каждый хоть раз задумывался, что приготовить быстро и вкусно. Каждый вторник я совместно с каналами Анна Флорида и каналом Новинки от Алины будем делиться с вами коллекцией своих быстрых блюд. Ссылки на их каналы в описании под видео. Не пропустите! Сегодня готовим бризоли с вафлями. Готовятся за считанные минуты. Понадобится нам фарш. У меня свиноговяжий. Добавляем сюда соль, черный молотый перец и я еще добавляю базилик. Также добавляем чеснок и лук. Лук я натерла на терке. Все хорошо перемешиваем. Берем яйца и к яйцам добавляем соль, черный молотый перец. Все хорошо взбиваем. Также понадобятся вафли. Вафли продаются в любом магазине. Накладываем слой фарша примерно толщиной в 1 сантиметр. Сверху кладем еще одну вафлю, хорошо прижимаем и далее обваливаем в яйцах. Обжариваем на сковороде на хорошо разогретом растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Желаю вам приятного аппетита, всего самого хорошего, подписывайтесь на канал и до новых видео. Всем пока!